Доброго времени суток, YouTube, уважаемая психологическая комьюнити, и видео посвящено нашим коллегам, как настоящим действующим, так и будущим контрагентам, нашим партнерам. Мы сейчас с вами находимся на странице сайта «Юридическим лицам услуги» в разделе номер 2. Соответственно, здесь у нас ссылки на две основных наших страницы, это на страницу услуги и на страницу приобретения. Кроме того, у нас появилась новая услуга, служба психофизиологического обеспечения, лаборатория под ключ, новый раздел нашего сайта. Ну и самое главное, чтобы было всем все понятно, чтобы, значит, облегчить понимание того, что мы делаем, каким образом взаимодействуем с нашими контрагентами, появились вот таких три вложения. Так называемая инфографика. Инфографика НПЦ ЭКМЭЛ ПФО по разделу «Услуги», то есть вот этому разделу. Инфографика НПЦ ЭКМЭЛ ПФО по разделу «Приобретение», то есть эта инфографика соответствует вот второму разделу. И третья, естественно и понятно, инфографика ЛПФО по разделу «Служба психофизиологического обеспечения под ключ». Здесь вот у меня эти слайды уже открыты, то есть если вы нажмете на эту ссылку, у вас откроется документ PDF, они небольшие эти документы, и вы можете в наглядном виде, принцип наглядности попытались мы соблюсти, ознакомиться с тем, как происходит взаимодействие между нами и нашими контрагентами, как действуем мы и какие этапы предстоит преодолеть, чтобы добиться результата, а именно получение лицензии Ростехнадзора для наших контрагентов. Это первый слайд по дистанционным психофизиологическим услугам. Здесь это в заголовке прописано. И алгоритм. Все очень наглядно, четко и понятно. Я думаю, что я, может быть, в своих видео еще вернусь к этому слайду, к этой инфографике. Второй слайд. Это продажа наших программных продуктов и услуг. Здесь тоже все достаточно понятно, четко. Все наглядно. Принцип наглядности. Это услуги по приобретению нашей продукции. И, наконец, третий слайд – это психофизиологическая лаборатория под ключ. Если таковые возникнут, то есть добровольное, искреннее желание руководителей предприятий заняться психологическим, социальным, психофизиологическим состоянием своих работников, они могут это с легкостью реализовать. Забота о людях, социальная направленность, социальная заинтересованность в людях в наше нелегкое время. Собственно, здесь все описано, более подробную информацию, соответственно, любой человек, любой руководитель может получить на нашем сайте ЛПФО в соответствующем разделе. Услуги, услуги по приобретению продукции программных обеспечений, программное обеспечение лаборатории, и услуги по организации психофизиологической лаборатории. Вот по этому вопросу я еще, как и говорил, наверное, вернусь к этому вопросу в своих дальнейших видео и обговорим еще раз, как, что, в какой последовательности это происходит. Лаборатория сталкивается с тем, что люди иногда с трудом понимают, о чем же идет речь, когда мы говорим: вам это необходимо, зачем вам это надо. Здесь все наглядно изображено. На этом, пожалуй, все. Благодарю вас за внимание и удачи вам!